Здравствуйте. Как видите, я пишу этот брюссельский дневник из дома, из карантина. ЕС стал центром эпидемии коронавируса. И самое страшное даже не то, что будет в ближайшие 2 месяца, а то, что будет потом. Коронавирус – тяжелейшее испытание для экономики и для системы здравоохранения. А еще тест на солидарность. С этим у нас не очень. Страны ЕС действуют рассогласованно. Европейский Центробанк едва ли не самоустранился. Еврокомиссия готова отказаться от запрета государственной поддержки предприятиям и выделить на поддержку экономики 37 миллиардов евро. Но этого мало. США для стимуляции бизнеса вольют в экономику 700 миллиардов долларов и резко снизили учетную ставку до 0,25%, чтобы бизнес брал дешевые кредиты. В ЕС учетная ставка и так отрицательная. Вот в чем беда. Стандартные меры не работают. А впереди маячит новая Великая депрессия. В этих условиях надо заводить экономику иначе, может быть, вплоть до общественных работ, по примеру президента Рузвельта. Если, как советуют некоторые, ввести только налоговые льготы, это поможет людям с большой зарплатой, а безработным и пенсионерам достанется кукиш с маслом. Социальный пакет должен быть разносторонним. Более адресной должна быть и помощь бизнесу, чтобы он не увольнял работников. Напомню, в 2009-м власти упростили сокращения, и ни к чему хорошему это не привело. Но хуже всего в ближайший месяц-полтора придется здравоохранению. Если врачи правы, эпидемия только началась, медицина испытает колоссальную нагрузку. Не хватать будет всего – денег, людей, мест интенсивной терапии. Да, наверняка Брюссель нам поможет, но боюсь, что в первую очередь будут помогать тем, у кого ситуация еще хуже, чем у нас. Вот почему так важно по возможности сидеть дома и не распространять вирус. На кону человеческие жизни. То, что правительство возьмет в долг 1 миллиард евро – шаг чрезвычайный, но правильный. Мы должны быть готовы к худшему. Не факт, что и этих денег хватит для стимулирования экономики, однако выбора нет. Скептики ругаются, не надо брать в долг, запрещать концерты, закрывать рестораны, запирать границы. Переболеем мы гриппом, не беда. Мы-то переболеем, а старики и бедняки, у которых и так с иммунитетом не очень, рискуют кризис и не пережить. Не все в мире измеряется деньгами. Поэтому ЕС и Эстония не станут уподобляться Великобритании, в которой решили не принимать особых мер. Пусть люди болеют и вырабатывают коллективный иммунитет. И бог с ними, с жертвами. Лучше быть как Германия, которая не исключает любые меры. Обсуждаются не только налоговые льготы, но и частичная национализация фирм, чтобы те не обанкротились. Германия, кстати, лучше всех в Европе готова к эпидемии. У них самое большое количество мест интенсивной терапии на 100 тысяч населения. Другое дело, что капиталистическая медицина, в которой оптимизируется все и вся, к черным лебедям не готова по определению. Я солидарна с теми, кто считает, что коронавирус должен изменить экономику, но перемены могут быть и к худшему. Великую депрессию на волне недоверия к бездарной власти Европа голосовала за нацистов. Чтобы это не повторилось, о завтрашнем дне нужно думать уже сегодня. Здоровья вам и до встречи через неделю.